целью улучшения демографической ситуации на территории Брянской области путем повышения рождаемости в 2008 году в Брянске был открыт Брянский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции. Благодаря сотрудникам нашего центра на свет появилось 1975 детей. Стоит ли разделять репродуктивное здоровье на женское и мужское? Диагноз бесплодия – это диагноз супружеской пары. И причиной супружеского бесплодия может быть как женский фактор бесплодия, так и мужской. Поэтому мы уделяем одинаковое внимание при обследовании как мужчине, так и женщине. Что мы можем делать? Мы можем делать многое. То есть пациенты, супружеская пара, обратившись в наш центр, она полностью обследуется в нашем центре. Никуда мы их не посылаем на обследование, на сдачу анализов, на какие-то манипуляции, на какие-то диагностические обследования. То есть мы все делаем здесь у себя. Клиническая лабораторная диагностика, она тоже, как и все в нашем центре, уникальная. Мы даем анализ биоматериала, вот взяли утром биоматериал, к обеду он уже готов. Процедура ЭКО и само обследование, оно платное или кем оно оплачивается? Значит, для жителей нашей Брянской области процедура ЭКО производится за счет средств ОМС. Мы по полису? По медицинскому полису. Мы говорили, что не так давно это была платная процедура. Я хочу сказать, что наш центр одним из первых в России с марта 2013 года работает в системе обязательного медицинского страхования. За время работы мы посещение врача было больше 350 тысяч. Больше 6,5 тысяч мы сделали ЭКО. Более миллиона сделали 1,2 миллиона исследований, лабораторных и клинических исследований. Из них 500 тысяч гормональных исследований. И вот благодаря работе нашего центра, наших специалистов, мы получили 1975 детишек. Из них 1240 – это после процедуры ЭКО.